Так, народ, всем привет, я нахожусь в своей деревне, и в данном ролике я хочу показать, как я меняю лампочку ближнего света. Машине уже там примерно год и семь, оригинальных лампочек хватило на год. В принципе, я с ближним светом всегда включен в течение дня езжу, его не выключаю, чтобы лишний раз там гаишники не обращали на меня внимания. В случае оригинальных прошел год, я их поменял и стал покупать всякие там Philips или Bosch или что-то, какую-то неоригинальную замену. Их в среднем хватает на 4 месяца. И сейчас я покажу, как я менял эти лампочки и меняю в данный момент, чтобы было понимание у тех, кто сам не пробовал ни разу этого делать. Так, если смотреть по ходу движения, то у нас сейчас замена правой лампочки. С ней особых проблем нет. Бывают проблемы с заменой левой лампочки, здесь, где стоит аккумулятор. Очень сложно пролезть, тем более, если рука большая, к этой лампочке ее поменять. В лучшем случае я всем советую лезть тогда через колесо, через арку. Там есть некий локер, который можно снять, и через него даже будет проще залезть и поменять эту лампочку. Ну, сейчас ближе к делу, посмотрим, как это все происходит. Так, есть здесь у нас вот два кожуха. Первый и второй вот здесь. Первый у нас здесь, по-моему, габарит и дальний свет. Ближний свет вот здесь. Так, кожух сняли. У нас есть вот такая лампочка. Это H07. И у этой лампочки есть вырез вот такой. Ровно так же она как в пазух будет вставать туда. И сейчас будет ее сложно выдвинуть оттуда, потому что ее немного держат усики, придерживают. Но, собственно, придется приложить немного усилий, но при этом эту лампочку оттуда достать и вместо старой перегородки поставить уже новую. Сейчас отсоединим шину. Так, шина есть. Так, ну и по факту, честно говоря, сложно именно достать эту лампочку. Это составляет какого-то труда небольшого. В ход идет уже тяжелая артиллерия. Лампочка выходить не хочет сама. Придется взять ее немного за усики на излом. Так, пошатал ее вниз-вверх за эти усики. Усики, ну, конечно, изогнулись, но, собственно, на изломе она выскочила из своего пазуха. Сейчас нужно будет сверху на новую надеть шлейф и вставить ее примерно вот так. Этот вырез где-то, это по ходу движения справа, по-моему. Так, собственно, новая лампочка, шлейф питания, соединяю. Есть, и этим вырезом нужно ставить в правильный пазух. Бля, ебаный пазух этот. Сука, я забыл, где эта дырка. Ага. Так, все, собственно, готово. Всю эту историю мы поставили обратно и закрываем. Так, вот, собственно, и все. Поменяли мы эту лампочку. Стоимость была 400 рублей, 30 минут делов. Мне кажется, что не надо кому-то платить за эти деньги, и можно сделать все это самому. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментах, все обсудим. И до встречи в следующих роликах.